Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем рассматривать проект Конституции по пунктам и сравнивать его с действующим основным законом. Сегодня мы постараемся детально изучить с 6 по 10 статью. Напомню, что у нас в центре внимания первый раздел под названием «Основы конституционного строя». В новом проекте основного закона шестая статья рассказывает о роли и функциях самой Конституции. Эти приоритеты изложены в пяти пунктах. Предлагаемая редакция шестой статьи не отличается от действующей ни по количеству пунктов, ни по смыслу в соответствии с юридической техникой, вот именно статьи, разделы проекта Конституции, они формировались с учетом взаимосвязанности. Первый раздел, который именно касается государственного устройства, да, вот именно основы государственного строя, да, вот, и исходя из этого формировались статьи, да, то есть вот, пожалуйста, статья 6, там э, говорится о том, что э, Конституция имеет высшую юридическую силу. Далее следует седьмая статья. Здесь уже имеется существенная разница. Если в действующей конституции в этой статье говорится о религии деятельности религиозных организаций, то в новом проекте основного закона речь идет о новом институте как народный курултай. Как отмечают юристы, данное новшество будет общественно представительным собранием. И внедрение народного курултая – это велине времени, уверены юристы. Статья 7. Народный Курултай. Общественно-представительное собрание. Народный Курултай является совещательным наблюдательным собранием. Дает рекомендации по направлениям общественного развития. Организации и порядок деятельности народного Курултая определяются Конституцией и Конституционным законом. А как раз, вот видите, народный Курултай станет такой площадкой, где люди, которые хотят что-либо высказаться да, вот, по тем или иным проблемам в обществе, вот, пожалуйста, этот, там будут и все, все накапливаться, будут представлены это как в виде информации, в виде предложений соответствующие госорганы. Образовалась и восьмая статья. Если в нынешней конституции в ней были изложены вопросы госграниц, то в предлагаемом проекте основного закона прописаны правила и условия функционирования политических партий. Напомню, что в предлагаемом проекте закона все нормы касательно государственной границы можно увидеть в третьей статье. Юрист отмечает, что последовательность статей была выстроена по определенной логической цепочке. Статья 8. В Кыргызской республике могут создаваться политические партии, профессиональные союзы и другие общественные объединения для реализации защиты прав, свобод и интересов человека и гражданина. Политические партии содействуют многообразному выражению политического волеизъявления различных социальных слоев и групп общества. В Кыргызской республике запрещается формирование и функционирование партийных организациях, осуществляющих государственными и муниципальными служащими партийной работы, за исключением случаев, когда такая работа осуществляется вне служебной деятельности. Членство военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и судей политических партиях и их выступлениях в поддержку ими какой-либо политической партии. Создание объединениями граждан военизированных формирований, функционирования политических партий, общественных и религиозных объединений, их представительств и филиалов, деятельности в которых направлено на насильственное изменение конституционного строя, подрыв национальной безопасности, разжигание социальной расы, межнациональной и религиозной розни. Политические партии, профессиональные союзы и другие общественные объединения обеспечивают прозрачность своей финансовой и хозяйственной деятельности. Проводилась работа систематизации, да, вот именно, чтобы для любого гражданина, да, для именно заинтересованных лиц, чтобы они смогли соориентироваться легко, да, и плюс это требования юридической техники, да, то есть при формировании, при подготовке соответствующих, особенно проекта Конституции требуется, чтобы была логика, да. По новому проекту закона все вопросы касательно религии прописаны в 9-й статье, а по действующей Конституции здесь мы можем найти свод правил касательно социальных вопросов. И, наконец, 10-я статья проекта новой Конституции посвящена вопросам функционирования СМИ в то время как в действующей статье отмечены статус и значимость государственного и официального языков. Статья 9. В Кыргызской республике никакая религия не может быть установлена в качестве государственной или обязательной. Религия и все религии. Религиозные культуры отделены от государства. Запрещается вмешательство религиозных объединений священнослужителей и служителей культов в деятельность органов государственной власти. Отныне такие подробные дискуссии и обсуждения основного закона вы сможете увидеть на телеканале ЛТР. В дальнейшем мы продолжим подробно рассматривать текст проекта Конституции, проводить сравнение с действующим основным законом и обсуждать причины тех или иных нововведений. Оставайтесь на нашем канале. До новых встреч!